Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять красивый объемный шнур из больших и малых сегментов. Чередовать такие сегменты вы можете по своему усмотрению. Если вы будете выполнять шнур только с малых сегментов, он у вас будет выглядеть вот таким образом. В центре этого шнура я выполнила 3 большие сегмента. И если вы шнур будете выполнять только с больших сегментов, он будет выглядеть вот таким образом. И обращаю ваше внимание, что если вы выполните один сегментик такого шнура, или допустим 2, у вас получится красивая брошь, подвеска, или просто интересное красивое украшение для декора вязаного изделия. Для работы нам понадобится пряжа, крючок и бисер. Бисер мы будем использовать крупный и неровный. Перед началом работы мы бисер нанизываем на рабочую нить. Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петелечки. Далее вяжем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее будем выполнять 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик. Вводим крючок в нашу первую воздушную петелечку и выполняем столбик с 2 накидами незавершенный. Далее второй столбик с 2 накидами незавершенный в эту же петелечку. И третий. Выполнили. Далее выполняем столбик с 4 накидами. 4 накида на крючок, придерживаем пальчиком и провязываем в эту же петелечку. И провязываем первый накид, второй, третий и четвертый. Выполнили. И теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Такая основа для нашего большого сегментика получилось. Далее мы выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. И будем вязать арочку далее из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. И далее мы с вами будем выполнять столбики с 3 накидами. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте shiru.ru.